В администрации Люберец провели еженедельное оперативное совещание. Главе городского округа представили результаты работы управления за прошедшую неделю. Подробнее в нашем сюжете. С 11 по 16 мая в Люберцах зафиксировали 20 преступлений и 3 пожара. Из-за обильных осадков за прошедшую неделю произошло 6 случаев потопления дворов. По уличному освещению коммунальщики получили 18 обращений. Как мы видим, наибольшее количество – это Краскова 8 обращений, Люберца 7 обращений, Малаховка 7 обращений. Также у нас все обращения отработаны в установленном порядке, вопросов никаких нет. На совещании подвели итоги ежегодной акции «Лес Победы», которая состоялась в субботу. Во дворах высадили более 4000 деревьев. Основной точкой акции стал участок возле деревни Торбеева. Озеленение территории продолжается. Хочется выразить благодарность в первую очередь жителям за то, что приняли активное участие как и во дворах, так и рядом с деревней Торбеева. На этой неделе из спортивных мероприятий в округе состоятся соревнования по теннису, художественной гимнастике, восточным единоборствам и фехтованию. Айтаж Щерагова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.